сегодня мы закрываем мотопробег в городе Витебске. Мы собрали больше 500 мотоциклов, которые сегодня проедут одним мотобольшим пробегом, приедут на яму летнего амфитеатра, где состоится большое закрытие мотосезона. Совета депутатов поздравить всех собравшихся и сказать слова благодарности мотосообществу города Витебска, всем тем, кто присоединился сегодня к нам, приехав из других городов. Действительно, получается классное мероприятие.